Эй, сержант, почему мы постоянно слушаем это дерьмо? Потому что мне это нравится. У меня эта музыка уже в печенках сидит. Я в школе играл в оркестре. Что это? Смотрите, похоже, вы сбили какую-то местную живность. Это зерлинг, Лейстрит. Они не отходят далеко от родителей. О, черт. Они мне нравятся. Прием сообщения. Комлинк установлен. Я получил ваше сообщение, магистр. И мне, откровенно говоря, нет дела до того, что вы думаете о предписании конфедерации. Все вы похожи. Не знаешь, когда за вашей лояльностью скрывается ложь. Но я вам устрою веселые деньки. Ясно? Сообщение завершено. Доклад, запрошенный вами, готов. 16 отдаленных станций сообщили о приближающихся инопланетных завоевателях, опознанных как зерги. Конфедерация арестовала все посты бойцов и продолжает избегать действий против зергов. 3 станции уже сдались зергам. Мы не смогли найти ни одного источника военного подкрепления. За исключением экстремистской фракции, известной как «Сыновья Кархалла». Их представитель на связи. Добрый день, магистр. Мое имя Арктурус Менгск, и я представляю сыновей Кархалла. Вы, похоже, в хороших отношениях с конфедерацией, но вам нужно решить, что важнее – жизнь или репутация. Я собираюсь оказать вам услугу, магистр. Я хотел бы помочь вам, послав немного транспортных средств в вашу колонию для эвакуации уцелевших. Вы, конечно, знаете, что моя организация действует вне закона Конфедерации. Вот почему они распространяют ложь и дезинформацию. Если вы примете нашу помощь, вы также будете действовать вне закона. Но это шанс спасти ваших людей. Время принять решение, магистр. Конец сообщения. Боевая тревога. Зона эвакуации была атакована войсками зергов. Позывные бедствия активизированы в 12:20. Ну что ж, конец брифинга, ребята, и всем снова здравствуйте. С вами, как всегда, Дезертир, и мы продолжаем эту третью миссию. Наша задача – выжить в течение 30 минут под непрекращаемыми атаками зергов. Итак, наша задача, как я уже сказал, под непрекращаемыми атаками зергов, как можно быстрее. Хотя, знаете, давайте посадим парочку ребят внутрь. Так, сколько у нас там влезает, я уж не помню. По-моему, 4. Каждый бункер, бункеры изначально уже подпорчены. Так, с вас сюда. Хотя от себя тоже можно сюда запихнуть. Отлично. Ну, а этот пойдет поверху. Так, все хорошо, ладно. Ладно. Потихонечку мы будем отбиваться от зерков, так или иначе. Нужно сейчас будет добывать. Я забыл совсем про добычу. У меня нехватка идет минералов. Что не есть хорошо. Сделаем удержание позиции. Вообще, вот всем этим ребятам лучше сделать удержание позиции. Так они сможет лучше обстреливать всех и вся. Попутно у нас нету газа. Что мне совсем нехорошо будет влиять на экономику. Да ладно. Так, добавим сюда еще двух морпехов. К сожалению, здесь...
уже нету чувачка. Рок-н-ролл. Я разберусь. Так, ладно, SCV готов. Подстраиваем еще двоих. Этого же в идеале попробуем сейчас сделать так, чтобы он построил завод. Ну или попросту говоря, газилку. Стоит она около сотни. Пока у меня все хорошо. Так, вот ты только что заготовился, да? Тебя как раз мы и поставим на газилку. Ладно, ждем дальше прибавления CV. А точнее прибавления минералов. На которые мы и будем закупать наших драгоценных CV-шек. Тут нам надо починить бы вот этот барак. И начинать уже производство пехоты. Ну ладно. А сейчас мы пока что добываем, добываем, еще раз добываем. Так, газ, естественно, у нас добывается очень медленно. Это нифига не круто. Но в целом сойдет. Наша задача, как я уже напомнил вам, тупо продержаться. Короче говоря, нам по сути делать даже ничего не надо. Просто держим оборону. Строим вышки. Слово говоря, о вышках. Где у нас там вышки? Так, академия, бункер. Ракетную башню. Ага, наверху мы строить их не можем точно. Построим в минералах. Я как-то малость плохо помню, что оказывается они атакуют. Ладно, значит там надо построить бункер. Так, сейчас мы этим и займемся. Бункер строит сотню. Значит, нам нужен бункер. Постройте больше ресурсных депо. Естественно, больше ресурсных депо. Кого же еще нам строить? Так, давайте выделим и будем строить депо. Вот они у нас. Попутно прокачиваем. Конечно, вот здесь разве поставил? А, я депо начал строить, точно-точно. Точно-точно-точно я начал строить депо. Так, в идеале надо заставить его построить еще одно депо. Ой, как все плохо-то. Мута. Мута просто ужасно. Так, надо будет больше построить турелек. Дабы сносить все и вся. Так, ты же построишь, как только мне накопят минералы, новый бункер, и мы с ним сможем уже нормально более-менее воевать. Потому что скоро моих маринков будет выносить. Ходу, ходу. Я разберусь. Я пошел. Без остановок. Так, пока что у нас здесь бункеры заполнены. Я пошел. Все хорошо. Выгружаем коцаных. Точнее, не коцаных. Засаживаем коцаных. Кто у нас там? Подкоцанный малость. У вас, ребята, в бункер. Тебя тоже. Вроде хватит. Нет, еще одного можем посадить. Так, чини давай. Чиним бункеры. Так, этот уже построил. Строим еще одну. Так, здесь все идет хорошо. Отлично.
пока все просто великолепно. Чуть-чуть его назад делаем и будем периодически восстанавливать бункеры. Я, кстати, не помню, по какой причине нельзя строить было вот здесь вот. То есть только на такой земле. Ну да ладно. Нам не впервой. Мы не паримся. Два рабочих на газу — это вполне достаточно для этой версии. У нас сейчас будет укрепленная броня. О! С гидрой мы уже как нефиг нафиг разбираемся. Так что все хорошо. Так, исследование тоже завершено. Починить сейчас надо. Здесь, в принципе, все хорошо. Нам в идеале нужен еще бы один бункер. Да ладно, мы как-нибудь сейчас это сделаем. Так, еще давайте впилим вот сюда вот. Ой, неужто я его заплочил? А, нет, видите, просто он криворукий. Так. Сейчас мы попробуем построить танковый завод. Фиг с ней, с пушкой пока что. Сейчас он идет добывать минералы. Здесь еще отправим на заготовки, так сказать. Что-то как-то с минералами у нас совсем печально все дело. Здесь стоит и сивишка, оказывается, простаивает. Так, заводик строится. Наполовину уже водак построен. Вот у нас наш огнеметчик. Усаживаем самого какого-нибудь плотненького, засаживаем туда огнеметчика. Огнеметчики понадобятся, чтобы отбивать, скажем так, атаку в ближнем бою. Потому что если маринесы-то еще могут стоять за бункерами и стрелять, то вот у огнеметчиков немножко как-то это плохо работает. Так, сейчас. У нас здесь есть... один некоцанный. Отлично. Надо будет еще одного высадить. Туда посадить еще как минимум одного огнеметчика. Так, сейчас мы вот этих ребят засадим в бункер. Давайте это сделаем. Перед этим нужно будет починить этот бункер. Поставить здесь еще один. Так, сначала чиним. Потом ставим. По-моему, вот здесь вот поставлю, а ей будет оба бункера атаковать, по идее. Не до конца починил, но мне хватает. Так, здесь у нас осевишки нету. Осевишки здесь нету. Так, что у нас здесь есть? Построить машинный цех. Ну, давайте построим еще парочку грифов. Ну, очень хорошие машинки. Да ладно, ладно, неплохой имеют рейндж. Могут делать паучьи минки. Да ладно, ладно, наверх, чувак. Куда ж ты не туда-то едешь? И, конечно, будут атаковать. Ну, в целом... в целом все будет хорошо. Так, дочиним бункер. И отправляем СВ-шку обратно. И тебя тоже. Так, ну чё? Ах ты ж мама дорогая. Ну, давайте еще два ресурсных депо построим. Так. Ты у нас где ресурсное депо? Депо номер раз. И депо номер два. Отлично. Да отвали ты. Да не отвалю я. Ладно. Сюда выгружаем еще парочку мариков, как только построится депо.
В принципе, продержаться 30 минут не так сложно. Тем более 30 игровых минут, насколько я помню, нас не заставляли держаться. Полностью. Так, выходим отсюда. Потому что, к счастью, здесь они так не застревают, но здесь и нет при этом, как во втором Старкрафте, возможностей некоторых. В принципе, в любом случае все нормально. Так, кстати говоря, давайте пока у нас более-менее нормально все с минералами, нужно подстроить еще как минимум один бункер. Я думаю, он мне пригодится. Вот. Пока у нас вполне неплохо здесь все проходится. Бункер нам, по-моему, сейчас снесут. Нет? Нет, бункер не снесли. Замечательно. Даже чинить его не пришлось. Так, поставим здесь еще один. Ну, как говорится, чисто на всякий случай. Ой, вот мута это как бы неожиданно прилетело. Ну и ладно. Мута, конечно, неожиданно, но то, что я поставил здесь две ракетные башни, прям мне очень сильно помогает. Так. Проходим сюда. Засаживаем. И все нормально в итоге. Пока все хорошо. Так, здесь у нас бункер заполнен, здесь заполнен. Нет, здесь одного не хватает. Здесь мне нужен огнеметчик. Где у меня огнеметчик? Непонятно. О, 10 минут осталось. Видите, как хорошо все. Так. В принципе, у меня все замечательно. Я не вижу никаких проблем как таковых. Ну, могу еще даже вот этот бункер немножко починить. Я вот не помню, по-моему, они не чинят грифов. Они же стервятники. А, нет, смотрите, чинит. Стервятников они чинят. Отлично. Отлично, отлично, отлично. А, ну и давайте, кстати, еще действительно починим вот эту башню. Ей немножко досталось. Вот и все. В принципе, все замечательно. Насколько я помню, больше никаких улучшений я здесь сделать не могу. Ну, могу, кстати, сделать инженерный цех. В принципе говоря. Но я уже не помню, что он делает и что дает. Здесь можно поставить вот так вот. Станция слежения дает нам возможность сканировать эти области. Можно, в принципе, было бы захватить там, вперед пройтись, уничтожить зергов. Но наша задача главная — обороняться 10 минут, чем я, собственно, и занимаюсь. Все остальное... Так, это что? Ускорение движения. Ну и паучьи мины. Ну, паучьи мины — веселая штучка. Вот смотрите, где у нас тут находятся зерги. Они где-то... По-моему, зерги вот где-то здесь, чуть выше этой области находятся, соответственно. Так что... Как-то так. Ладно. Ну, я думаю, что того, что я надстроил, здесь вполне хватает. Так что в каком-то смысле все замечательно. Ждем. Скоро уже эвакуация будет. Так, ну... В принципе, у меня куча ресурсов неизрасходованных. Так что в любое время, в любой момент я могу подстроить новых юнитов. В больших количествах. Завершено исследование двигателей. Точнее, минок. Теперь у нас стервятники могут ставить минки. Ой. Как не вовремя зерги пришли. Давайте поставим минки, допустим. Вот мы ставим. Бамс. Бамс. Все, по-моему, стервятник может ставить 3 минки. Как в этой части, так и в остальных. Вот, но этих 3 минок вполне хватает для того, чтобы разобраться с кем бы то ни было. Ну, вот как-то так. Установили миночки.
стервятников. И как только здесь пойдут зерги, ну... они узнают, что такое проблема. 5 минут до прихода. У нас осталось 5 минут до прихода. Ну вот. В принципе, я думаю, хватит. Я думаю, что нам на сегодня хватит. Осталось 5 минут. Никуда вперед мы, в принципе, уходить не будем. Смысла я в этом особо не вижу. Давайте попробуем просканировать какую-нибудь местность. У нас вроде бы хватает на 2 скана. Здесь у нас зерги находятся с оверлордами. Здесь их база. У нас атакована база, но там, благо, нашим минкам никто не выжил. Я думаю, что не зря я их поставил. В целом все получилось замечательно. Ну, в общем, вот тут мы разведали наших зергов. Атаковать пока мы их не будем. Основные задачи будем выполнять так, как просят. Чуть позже уже начнем вступать в атаку. Это получим более интересных юнитов. Когда уже сможем спокойнейшим образом от них отбиваться. Хотя, в принципе, если я выведу сейчас все свои войска, то я сломаю эту базу, как нефиг делать, но... По заверениям наших друзей осталось очень мало времени. После чего, собственно, прибудет эвакуация. Как говорится, уже вот-вот. Ну что ж. Мы пока ждем. Глянем еще вот сюда. Да, в принципе, здесь ничего такого нету. Давайте даже выйдем. Чего тебе надо? Дай-ка я кого-нибудь пристрелю. Как говорится, по фану. Прогуляемся с вами, ребята. Ой. По-моему, я решил зря немножечко прогуляться. Надо было сидеть, как говорится, по бункерам. Одна минута до прибытия. Одна минута? Серьезно? Ой, жесть. Приближаются сыновья Кархала. Ребята, мы выжили. Выжили кое-как. В общем, всем спасибо за просмотр. Это была третья серия. Всем спасибо, всем пока.